Каждый родитель хочет видеть своего ребенка достойным человеком и чтобы он рос здоровым. По этим причинам принимают решение отдать свое чадо заниматься спортом. Мальчиков чаще всего отдают в секцию боевых искусств, как семья Кулиевых и поступила. Никто об этом не жалеет. Какую пользу принес спорт для их сына и какие успехи, расскажет Альбина Ламкова. У меня 11 медалей, 8 первых и 2 вторых. Знакомьтесь, это Шукур Кулиев. Ему 9 лет и 4 года. Из них тренируется мастерство кикбоксинга. В начале занятия проводились в игровой форме, были направлены на укрепление организма. Затем, ближе к 7 годам, начались серьезные упражнения. Шукур рад, что его родители отдали его на кикбоксинг. Этот вид боевых искусств сочетает в себе разнообразные техники тхэквондо, карате и бокса. Разрешены удары ногами и руками, которые запрещены в боксе. Кикбоксинг для активных детей, стремящихся к самоутверждению, какими является Шукур. Поэтому из множества вариантов секций решили отдать выбор кикбоксингу, рассказывает его мама Хусния. Еще она признательна тренеру сына Мурату Талибову за большую работу и наставления, которые он вкладывает в ее ребенка. Я не ожидал, он такой на будущем, прям такой у него много победы будет, на удачи. Что я могу еще сказать? А вы сами родом не из нашей республики. Откуда вы приехали? Мы приехали очень давно в Азербайджане. Мои дети все здесь родились. Боевые искусства развивают силу, скорость, координацию движений и ловкость. На тренировках ребенок закаляется, получает навыки самозащиты. Еще у детей развиваются такие важные качества личности, как дисциплинированность, целеустремленность, воля к победе. Ребенок, который посещает секцию по боевым искусствам, учится достойно справляться с неудачами и ставит новые цели. Эти качества помогают во всех направлениях жизни. Шукур, скажи, а как ты занимаешься в школе? Нравится ли тебе учеба? Нравится. Только не нравится просыпаться с утра. Угу. Да. А какой твой любимый предмет? Математика. Никита Меркулов считается его старшим наставником. Он неоднократный победитель турниров по кикбоксингу. Никита уже выполнил норматив мастера спорта России. Все же спорту надо отдавать все время, надо жертвовать. Либо ты в учебе хорош, либо ты в спорте. Там и там не получится. А дальнейшие планы, сейчас вот мне исполнилось 18 лет, я перехожу в взрослую возрастную категорию. Вот сейчас мы поедем на Кубок Кавказа 23 августа. Там будут мои первые соревнования во взрослой мужской категории. Говоря о Шукуре, Никита похвалил мальчика и сказал, что он подает надежды на успехи в будущем, если проявит большое трудолюбие и упорство в спорте. Шукур один из самых старательных учеников из группы. У него все получается, на соревнованиях он показывает хорошие результаты. Если он продолжит в таком же темпе, не забросит, я думаю, он достигнет таких же результатов, а может быть и больше, чем я. У Шукура Кулиева все впереди. Теперь будем следить за его успехами в спорте. Возможно, в будущем его ждут громкие победы в кикбоксинге. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.